Строительство эстакады к Сурскому мосту в Ядринском районе вступило в новую фазу. Дорожники укладывают первый слой асфальта. Стройка в этом месте идет уже много лет. Сначала здесь создали насыпь, но ее постепенно размыло. Проектное решение для оползневой местности оказалось не совсем верным. Тогда решили строить эстакаду. С августа прошлого года мостостроители возвели 24 опорные стены и уложили 184 балок пролетного строения. Вместо обычного дорожного полотна здесь укладывают литой асфальт. Сейчас дорожники создают его нижний слой. Параллельно красят металлические пролеты, укрепляют конусы, проводят гидроизоляцию. Для безопасности дорожного движения будут выполнены работы по устройству барьерного ограждения, устройству освещения, монтируется система видеонаблюдения. В зимний период у нас заработает система, антигололедная система. Это очень умная система. В покрытии вмонтированы форсунки, из которых под давлением в зимний период на проезжую часть выпрыскивается реагент для борьбы с зимней скользкостью. Система очень умная, она может работать как в автономном режиме, так и в механическом. Длина эстакады почти 800 метров. Работы ведутся круглосуточно. 40 человек днем, 30 ночью. Все сложные процессы мы уже прошли. Устройство бронебойных слоев в активных оползневых процессах, где у нас включался топлазневый участок был. Также монтаж балок, железобетонных балок длиной 33 метра. В достаточно узких условиях. Слева дорога, справа оползень, тоже склон. Стоимость объекта почти 1,5 миллиарда рублей. Работы идут с опережением графика. Их планируют завершить к августу 2020 года. Пока дорога будет двухполосной, через 5 лет планирует построить ее близнеца. Рифат Фаткуллин, Бахтияр Велиев, Республика.